يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Противостояние неверующих курейшитов исламу. Курейшиты начали опасаться призыва пророка, мир ему и благословение. Ведь его открытый призыв начал распространяться и давать плоды. Большой бедой для курейшитов явилось то, что через несколько дней люди начнут отправляться в хадж. И когда они прибудут на хадж, то услышат от пророка его призыв. И, возможно, они проникнутся им. Что им делать? Как поступить? Они позвали к себе мужчину по имени Аль-Уалид ибн Аль-Мугира. Они сказали ему: «О, Уалид, слышал ли ты, что сделал нам Мухаммад? Видел ли ты, как он разлучает брата с братом и сына с отцом? Рассказывай о нем то, что услышат арабы и передадут это от тебя». Он ответил: «Говорите, я слушаю вас. Скажите мне вначале свое мнение». Они сказали: «Как ты думаешь, если сказать, что он занимается прорицательством и что он прорицатель?» Уалид ответил: «Я знаю прорицательство и прорицателей. Я знаю бормотание прорицателя и его рифмованную прозу. Клянусь Аллахом, он не прорицатель. Скажите что-либо другое». Они сказали: «Скажем, что он одержимый». Он ответил: «Клянусь Аллахом, он не одержимый. Я знаю признаки одержимости, удушье и наваждение, то, что он делает, неодержимость». Тогда они сказали: «Скажем, что он поэт». Он ответил: «Я знаю поэзию и стихотворные размеры, клянусь Аллахом, то, что он говорит, не поэзия». Они сказали: «Тогда скажем, что он колдун». Он ответил: «Я знаю колдовство и признаки колдунов. Он не завязывает узлы и не дует на них. Клянусь Аллахом, то, что он делает, не колдовство». Тогда они сказали: «А что скажешь ты, о Уалид? Что ты скажешь о словах Мухаммада?» На что он ответил: «Клянусь Аллахом, я слышал его речь». Они спросили: «Что дальше? Что ты скажешь?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, в его словах есть сладость, они плавны. Воистину, их можно сравнить с плодородным деревом. Слова его возвышены, и нет ничего более возвышенного, и они разрушат все то, что под ними». Они сказали: «О, Уалид, что ты говоришь?» Он был многобожником, но, услышав Коран, изумился ему, так как он был арабом, хорошо знал язык арабов и понимал слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он написал Коран такими словами. Тогда ему сказали: «О, Уалид, расскажи о нем что-то другое». То есть все равно что, даже если это ложь и не соответствует истине. Он начал думать, размышлять, смотреть, хмуриться. А затем он повернулся. Они повторили: «О, Уалид, скажи о нем что-нибудь». Тогда он вернулся к ним и сказал: «Скажите, что это колдовство». То есть обманите. «Скажите, что это колдовство». А он знает, что это не колдовство. Он сказал: «Скажите людям, что это колдовство, разлучающее отца с сыном, брата с братом, мужчину с его женой, человека с его родней». Аллах ниспослал о нем следующие аяты: то есть Аль-Уалид ибн Мугира إنه كان لآياتنا عنيدا
А сейчас Господь Великий и Всемогущий описывает Аль-Уалида и тот момент, когда он говорит и думает над тем, чем оклеветать нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Сказал Всевышний Господь об Аль-Уалиде. Неверующие из курейшитов поверили этому и начали распространять этот навет среди людей. На хадж прибывают люди, а пророк вместе с Абу-Бакром идет к их палаткам. Одну за другой он открывает палатку, говоря: «О, люди, скажите, нет божества, кроме Аллаха, и вы спасетесь. Кто предоставит мне убежище, чтобы я даровал призыв Господа? Курейшиты запрещают мне доводить призыв моего Господа». А за ним следовал Абу-Ляхаб, говоря: «Не обращайте на него внимания, это сын моего брата, он одержим». Так курейшиты распространили среди людей, что этот мужчина – колдун, разлучающий отца с сыном, брата с братом. Клевета, которую оклеветали нашего пророка Мухаммада. Однако они не могли взять вверх над ним этим наветом. Между тем, многобожники из курейшитов сидели возле Каббы и говорили о пророке, да благословит его Аллах и приветствует. Один из них сказал: «Мы не терпели никого так долго, как Мухаммада. Он осудил нашу религию, оскорбил наших богов и назвал глупостью наше верование. Мы стерпели от него очень много. В то время, когда они говорили о нем, мир ему и благословение, неожиданно пришел он сам. Пророк направился к углу Каббы, к камню, и приложил свою руку к нему. А затем начал совершать обход Каббы, не обращая внимания ни на их идолов, ни на них самих. Да будет мой отец и мать выкупом за него, да благословит его Аллах и приветствует». Он гордился и не стеснялся своей религии, ислама, и не обращал внимания на людей. Когда он совершил первый обход, прошел мимо них, они начали злословить о нем. Они начали оскорблять его, но он им ничем не ответил. Однако цвет его лица изменился. Когда он обходил второй раз, они продолжали злословить и говорить о нем. Он снова ничем им не ответил. Когда он совершал обход в третий раз, многобожники продолжали злословить и говорить о нем, тогда он направился к ним. Они продолжали оскорблять и ругать пророка. Когда он приблизился к ним, они замолчали. Посланник Аллаха сказал им: «Послушайте вы, о курейшиты, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, от моей руки ваша смерть. От моей руки ваша смерть. Настанет день, когда между нами произойдет битва на пути Аллаха». Передатчик упоминает: «Они все сидели, не шевелясь, даже тот, что более всех оскорблял пророка и ругал его. Они успокоились и остолбенели от страха. Один из них даже сказал: „Иди, о Абуль-Касым, будь благоразумным. Клянусь Аллахом, ты не был глупцом. Клянусь Аллахом, ты не был глупцом“». На следующий день они снова собрались против пророка, мир ему и благословение, говорили против него и подстрекали друг друга против посланника Аллаха. Вдруг они увидели, что пророк идет возле Каббы. Тогда встал самый несчастный из них, схватил его за плащ и обернул его вокруг шеи пророка, мир ему и благословение, а затем начал душить. Кого он начал душить? Самое благородное создание Аллаха. Кого он начал душить? Любимца Аллаха. Милость, которую ниспослал Аллах всем мирам. Он душил его так, что пророк, мир ему и благословение, чуть не умер. Их увидел правдивый Абу-Бакр. Он поспешил к нему, оттолкнул его, ударил его и оттолкнул от посланника Аллаха. Он спас пророка. Затем Абу-Бакр сказал: وقد جاءكم بالبينات من ربكم
Многобожники оставили посланника Аллаха и начали бить Абу Бакра. Так что Абу Бакр без сознания упал на землю, а с него текла кровь. Люди подумали, что Абу Бакр умер, и понесли его в дом. Ночью его мать, тогда она еще не приняла ислам, сказала ему: «Поешь что-нибудь, сынок». Он сказал: «Клянусь Аллахом, мама, я не отведаю пищи, пока не увижу посланника Аллаха». Абу Бакра понесли ночью к пророку, мир ему и благословение, в дом Ибн Аркама. Когда он вошел, то начал целовать посланника Аллаха и плакать. Такие страдания причинили многобожники посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Сказали, что он колдун, сказали о нем одержимый, сказали, что он прорицатель. А великий всемогущий Господь говорит: они насмехались над ним, ругали и били его, сделали ему, мир ему и благословение, все, что могли. Но, несмотря на это, он был терпелив, крепок и выдерживал все трудности. В один из дней он вышел из своего дома к Кабе. Число оскорблений и причинений мучений посланнику Аллаха, мир ему и благословение, увеличились. Увеличилась тревога, и она сжала его сердце, и он пошел к себе домой. Вошел в дом пророк, мир ему и благословение, и завернулся в свой плащ. Укрылся им, да благословит его Аллах и приветствует. И Всевышний Господь ниспослал ему следующие аяты. То есть: «О укрывшийся своим плащом, укрывшийся своей одеждой, укрывшийся им как одеялом, вставай, не лежи, не успокаивайся и не становись слабым». Для чего я должен делать это? Терпи, о Мухаммад, только ради Аллаха, великого и всемогущего. Терпи, ибо твое терпение только от Аллаха. Не печалься из-за них, и пусть не сжимается твое сердце из-за их козней. Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен, и теми, кто творит добро. Так пророк, мир ему и благословение, продолжил свой призыв, не обращая внимания на них и не беспокоясь о причиняемых ими обидах. Они ругали его, оскорбляли, даже делали с глаз, как сказано в Коране. Воистину, неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами. Он не был в безопасности даже от сглаза и взглядов, но ему было достаточно великого Господа, и он прекрасно его хранил. Когда ислам начал распространяться в Мекке и постепенно набирать силу, один из почитаемых людей Мекки, Абу Алид Утба ибн Рабиа, сказал курейшитам: «Вы видели, что Мухаммад сделал вам? Если вы хотите, я пойду и предложу ему кое-что». На что они ответили: «Иди, о Абу Алид». Он пришел к нашему пророку, мир и благословение ему и его семейству, и сказал: «О племянник, ты видел, что сделал своему народу. Ты разделил их, обругал их богов и религию, сказал об их отцах, что они неверующие, и сделал многое другое. Если ты хочешь, я предложу тебе кое-что». Ответил ему пророк: «Говори, о Абу Алид». Тогда Абу Алид сказал ему: «О Мухаммад, если ты пришел с этим делом, желая получить богатство, то мы соберем для тебя богатство, и ты станешь самым богатым среди нас. Если ты хочешь этим завоевать почет среди нас, то мы сделаем тебя господином над нами. Если ты добиваешься этим власти, то мы сделаем тебя царем над нами. Если же то, что приходит к тебе, является духом, и ты видишь, что он овладел тобой, то мы приведем к тебе лучшего доктора и вылечим тебя». Когда тот закончил предлагать то, что хотел, пророк сказал: «Закончил ли ты, о Абу Алид?» Тот ответил: «Да». Тогда он сказал им: «Сказать ли мне тебе кое-что?» Тот ответил: «Говори, о племянник». Пророк, мир и благословение ему и его роду, заговорил только словами Аллаха, Кораном. Он не ответил ему ничем, кроме слов из книги Аллаха. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамим.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Пророк продолжал читать Коран, а Утба ибн Рабиа только слушал и проникался смыслом слов. Он был арабом и понимал смысл этих слов. Так было, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение, не дошел до аята. После этих слов Абу Уалид Утба ибн Рабиа испугался и сказал: «О Мухаммад, заклинаю тебя Аллахом и родственными связями, остановись! Достаточно, достаточно, о Мухаммад, остановись!» Он испугался, что пророк закончит свою речь. Утба знал, что означают слова Аллаха мучений, подобных мучениям адитов и самудян. Он сказал: «Заклинаю тебя Аллахом и родственными связями, чтобы ты замолчал». А затем он вышел. Когда его увидели неверующие курейшиты, то сказали: «К нам вышел Утба, но лицо его изменилось. Оно не такое, какое было до его входа к Мухаммаду». Затем они пошли к нему и спросили: «Что с тобой, у Абу Уалид?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, его слова не слова поэта, не колдовство и не прорицательство. Люди, послушайте, что я скажу вам. Не вставайте между ним и арабами. Не вставайте между ним и арабами. Если арабы победят его, то они избавят вас от него. А если он победит их, его слава станет вашей славой, его имущество – вашим имуществом». Люди разошлись и повторяли: «Утба околдован. Околдовал его Мухаммад. Околдовал его Мухаммад». سحره محمد. В одну из ночей Мекки господа курейшитов собрались за Кабой. Утба ибн Рабиа, Шейба ибн Рабиа, Ан-Надр ибн Харис, Абу Джахль, Абу Аль-Бухтари ибн Ишам, Абу Суфьян, Аль-Ас ибн Уаль и другие почтенные люди из курейшитов. Они говорили между собой: «Что если мы поговорим с Мухаммадом? Возможно, он прекратит совершать то, что он делает и говорит». Они позвали Мухаммада, мир и благословение ему и его семейству. В ту ночь он пришел и сидел с ними за Каббой. Он спросил их: «Что у вас?» Они сказали: «О Мухаммад, ты знаешь, что сделал с нами и нашим народом, разъединил нас, оскорбил наших богов, осудил нашу религию и отцов. Мы не знаем никого, кто бы столько же бед причинил своему народу, как ты. Если ты хочешь имущество, власти или женитьбу на женщине, или того, чего желаешь, мы дадим тебе это». Он, мир ему и благословение, ответил им: «Я не был послан для этого, но великий и всемогущий Аллах отправил меня со своими посланиями, и я для вас надежный и добрый советчик. Если вы примете это, то это счастье для вас в этой жизни и в жизни иной. А если отвергнете его, то я стерплю, ожидая повеления Всевышнего Аллаха». Они сказали: «Если это и есть то, чего ты хочешь, и если ты настаиваешь на этом своем призыве, ведь ты видишь, что Мекка окружена горами, так проси же своего Господа, пусть раздвинет эти горы и пусть откроет в ней реки, как реки Шама и Ирака». Он, мир ему и благословение, ответил им: «Я не был послан для этого. Однако великий всемогущий Аллах отправил меня со своими посланиями, и я для вас надежный и добрый советчик». وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ثم قالوا. Затем сказали ему: «О Мухаммад, мы видим, что ты ходишь среди нас на рынках. Делаешь то же, что и мы. У тебя перед нами нет достоинств. Если ты действительно пророк, как ты утверждаешь, то почему твой Господь не даст тебе сады и блага взамен работы, подобной нашей?
من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Он сказал им: «О народ, клянусь Аллахом, я не был послан для этого, но великий всемогущий Аллах отправил меня со своими посланиями, и я для вас надежный добрый советчик. Или вы примете это, или я стерплю, ожидая решения Аллаха между нами». Они сказали: «Если ты не хочешь, то посмотри на небо, опусти на нас мучения с неба, опусти на нас небо кусками, или покажи нам твоего Господа, о котором ты говоришь, или ангелов». Он ответил: «Что же касается этого, то это не мое дело, это дело Аллаха. Если Он захочет сделать это с вами, сделает, а если нет, то не сделает». Посмотрите, какое терпение проявил пророк, мир и благословение ему и его семейству, с господами курейшитов и их словами. Они просят его о том, что он не сможет дать, но он терпит. Да будет моя мать и отец выкупом за него, мир ему и благословение. Затем они продолжили просить, сказав: «О Мухаммад, мы хотим, чтобы у тебя был дом из золота, или же вознесись на небо. Но мы не поверим тебе, пока не вернешься ты с неба с книгой, которую бы мы могли читать». «Пусть откроется тебе дорога, и мы посмотрим, как ты поднимешься в небо». Пророк, мир ему и благословение, ответил им. Он сказал им: «Пречист Аллах, воистину, я лишь человек. После того, как он привел им довод своего великого Господа, он оставил их и ушел, мир ему и благословение. Каждый раз, когда многобожники бросали вызов посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он отвечал им и приходил с тем, что они хотели. Пророк, мир ему и благословение, побеждал их своим доводом. Ему причиняли страдания, мучения, но он обращался за терпением к ночным молитвам. Великий всемогущий Аллах ниспослал ему. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. То есть они считают, что время, когда настанет судный час, воскресение и расчет за деяния еще далек. Однако судный час близок. Так терпи же, о Мухаммад. Многобожники увидели, что они ничего не могут сделать против Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. Каждый раз, когда они требовали у него что-либо, он разъяснял им своим доводом и ниспосылался Коран в ответ на их требования. Тогда они договорились между собой: «У нас нет другого выхода, кроме как пойти к ученым мужам из иудеев в Медину». «Какой же смысл идти к ним?» Сказали: «Мы спросим их и обратимся к ним за помощью против Мухаммада и его сподвижников». Аллах велик. Сколько же времени, о курейшиты, вы ищете помощь у ученых мужей из иудеев? Какая связь между вами и ими, что вы обращаетесь к ним за помощью против Мухаммада, которого вы называли правдивым и надежным, и он почтенный господин среди вас? Неверующие курейшиты направили Ан-Надра ибн Хариса и Укбу ибн Абу Муиза к ученым мужам иудеев. Они вышли из Мекки и направились в Медину, чтобы спросить ученых иудеев, что им делать с этим человеком, кто он такой. Когда они дошли до них, те спросили: «Чего вы хотите?» Они ответили: «Мы пришли, чтобы спросить вас о мужчине, который заявляет, что он пророк. Его имя Мухаммад ибн Абдуллах». Иудеи же знали, что это время выхода нового пророка. Да и не только. В их книгах и Торе есть даже его описание. Они знали о нем больше, чем о своих сыновьях. Однако завидовали и раздражались, что Мухаммад не вышел среди них, не приняли его. Они сказали Ан-Надру и Укбе: «Задайте этому мужчине три вопроса. Если он ответит вам, то он пророк». Они задали такие вопросы, на которые бы он не смог ответить. А если он не ответит вам,
то он несет вздор, и делайте с ним что хотите. Они спросили, что это за вопросы? Иудеи ответили, первый вопрос. Спросите его о юношах, которые исчезли раньше. С ними случилась странная история. Это и есть вопрос. Юноши исчезли ранее, и история их странная. Что это за юноши? Второй вопрос. Они сказали, спросите его о страннике, который дошел до востока земли и до запада. Кто этот странник? Третий вопрос. Иудеи сказали, спросите его о душе. Что это такое? Если он ответит вам на эти вопросы, то он пророк. А если нет, то он лишь мужчина, который врет вам. Так делайте же с ним, что хотите. Угба и Надр получили эти вопросы и вернулись с ними в Мекку. أخذ الأسئلة النضر وعقبة وعاد إلى مكة بها. Неверующие пришли задать эти три вопроса пророку, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. О юношах, которые исчезли раньше, и чья история странна, о страннике, который дошел до востока и запада земли, и о душе. Пророк, мир ему и благословение, ответил им, «Я отвечу вам завтра». Он ушел, а откровение не было ниспослано ему. Они пришли на следующий день и спросили, «Где твои ответы?» Он сказал, «Отвечу вам завтра». Но откровение так и не было ниспослано Аллахом. 15 дней он отвечал им, что даст им ответы завтра. Но откровение, отвечающее на эти вопросы, так и не ниспослалось. Неверующие начали распространять сомнения среди людей. Смотрите, как мы задали Мухаммаду вопросы о том, что он не может ответить. Но Всевышний Господь захотел научить своего пророка, чтобы, когда тот говорил «завтра», добавлял «если пожелает Аллах». Джибриль пришел к нему через 15 дней. Пророк спросил его, «Где ответы на эти вопросы? Почему они запоздали?» Джибриль ответил, «Мы спускаемся только по повелению Господа твоего. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что за нами, и то, что между этим. А Господь твой ничего не забывает». Затем он сказал ему, «И никогда не говори, я сделаю это завтра, если только этого не пожелает Аллах». То есть скажи, «Если пожелает Аллах, и придет к тебе ответ от Всевышнего Господа». Аллах не спослал ответы. О юношах, которые исчезли. Была ниспослана сура «Пещера», в которой содержались ответы на вопросы о юношах, которые исчезли ранее. О страннике, спрошенном ими, Аллах, Великий Всемогущий, сказал. А затем рассказал им историю Зуль-Карнейна. Они спросили его, «А что же о душе?» Он ответил им. Этими тремя ответами он заставил замолчать неверующих курейшитов. Каждый раз, когда люди задавали вопрос или выискивали сомнения, ниспосылался Коран, отвечая им. Когда Абу Джахль услышал слова Аллаха, «Их ангелов над ним 19, то есть над огнем, над ним 19 стражей из ангелов», тот начал насмехаться, «10 вам, а остальные мне», и ниспослал Всевышний Господь. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَ. То есть это не так, как он думает. Они стражи огня из ангелов. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Каждый раз, как они начинали выискивать сомнения, ниспосылался Коран в ответ им. У человека по имени Надр ибн Харис была певица. Каждый раз, когда он видел, что пророк призывал кого-нибудь к исламу, то посылал к тому свою певицу. Она веселила его своим пением и отвлекала от Корана. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله
Они делали даже больше этого. Если они слышали, что пророк читал Коран, начинали кричать и разговаривать, чтобы помешать людям слушать Коран. Они знали воздействие Корана на людей. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Они во всем выискивали сомнения. Но каждый раз, когда они задавали вопрос или выискивали сомнения, в ответ им ниспосылался Коран, разъясняя им. Когда они увидели, что пророк ходит по рынкам и принимает пищу, они сказали: «Какой это пророк? Раз он ходит по рынкам, как он может быть пророком, и он принимает пищу?» Аллах велик. Вы даже не хотите, чтобы он принимал пищу? Порицаете его даже за то, что он ходит по рынкам? Но Коран был словно в засаде и подстерегал многобожников. Сказал Аллах: «Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование». Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу «Аль-Ватан».